шапки, атаманские кафтаны и сабли. На сцене царит казачий колорит. Ежегодный открытый фестиваль казачьей культуры «За веру и Отечество» объединяет талантливых исполнителей и верных почитателей уже в 5-й юбилейный раз. Приезжают коллективы не только с Одинцовского округа. Сегодня нас много представляет и Русский район, Стучково есть, и Истринский район. Ну и, конечно, наши одинцовские казачьи коллективы. Один из самых ярких участников фестиваля – Московский казачий хор. В его исполнении прозвучали старинные песни, военная классика, романсы. Особое место занимают произведения донских и кубанских казаков, рассказывает руководитель коллектива. Конечно же, гимн донских казаков, открытие нашего фестиваля – это «Ой, ты, Россия». Конечно, мы не могли не удержаться и не спеть песню «Разродимая моя сторонка», потому что эта песня очень популярная среди казаков, любима, всегда хорошо воспринимается. Вот. Есть песни у нас сегодня походные, есть лирические. Песня занимает особое место в жизни каждого казака. А тот, кто хоть раз услышит казачий напев, полюбит его навсегда. Эти песни особенные, обладающие колоссальной энергетикой. Это отдельная субкультура, и она, конечно, очень колоритная. Она в истории России занимает очень серьезное место. Она очень любима в народе. И, конечно, когда звучит казачья песня, раскрывается душа, улыбаются люди, порой грустят. И все-таки возродить казачью песню, ее нужно петь, она певучая, она поется. И мне кажется, что вот и ухорство такое, и задор, и сабли, и в ней есть чувство патриотизма, что очень и очень важно. Участники и гости фестиваля говорили, праздник получился атмосферным. На самом деле это подарок и для округа, для часов, конечно. И мы здесь с удовольствием присутствуем, слушаем, благодарим тех, кто сегодня выступает. Каждый участник получил памятные подарки, дипломы за участие и сувениры. Ну а фестиваль будет жить, развиваться и, главное, хранить уникальное наследие казачьего фольклора. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».